Привет, эти ночи, вы на канале Vampire Vlog, и с вами я, Алена Вондер. Сегодня мы с тобой смотрим в этот знаменательный день, когда вся луна, все луны поднялись во тьме, и мы смотрим дробовик Велиоса. Мне говорили, что этот клип супер-пупер популярный, супер-пупер интересный, супер-пупер необычный, который поразит наше воображение. Ну что ж. Attention, данная видеоработа является художественным произведением, не имеющим отношения к реальности. События видео вымышлены, ни одна маска не пострадала. Окей, будем, значит, так и верить этому. Угу. Рисованное. Мы с тобой уже видели такое в круге. Это, наверное, тоже фиг-фиксик делал, да? Опять брачное дерьмо, опять они все об одном же. Просто включи мозг и посмотри чуть дальше носа. Понимаю, это сложно, я бы это не слушал. Тоже снова эти какая лиричная песня про готату и блокоту. Замечательно. Окей. Ну тогда не дробовик, прихвачу тебя с собой, искупаю свои крови. Ой, красотка. Сейчас поменяется весь мотив и будет жесткий. Зомби я люблю. По стенам текут мозги. Сделай фото для альбома. Клянусь, это будет хи, но я не стану будет легендой и не попаду в ленту. В этот самый же день меня к черту выкинут с тренда. Как будто и не было, что пришли. Когда модно и мрачно, знаешь, как надо. Мы как любим такое, да? Дьяволу, да. Я так больше не могу. Дай мне дробовик. В пекло гнилый мир. Нету больше сил. Я так больше не могу. Ты знаешь, кстати, вот такой мотив песни, я помню, вроде как был в том куске под названием «Ловец снов», который мы видели с тобой в конце клипа «Свайп». Очень лирично, очень мило, очень драматично. Просто вот слушаешь эту песню и думаешь, май гад, как драматично. Ну, просто, знаешь, других слов уже просто нет. Ну, вот, ну, ты не... Давай смотреть дальше. У нас зомби дробовик. Окей, отлично. В эту же минуту выпущу мозги. Я так больше не могу, дай мне дробовик. Я так больше не могу, дай мне дробовик. Люблю такие нотки, знаешь, они... В эту же минуту. Здесь повсюду мозги, сука, вытри. Мартинс после этой хуйни. Нас их точно ждет карцер. Если вкратце, то ты псих. Мне пиздец, как нужен стрит. В тело жечь, чтоб федералы не спалили наш мотив. Прыгаю в Uber, на мне пятна крови. Выгляжу супер. Таксист дал мне моли. Снова очнулся в какой-то квартире. На кухне мой бро стреляет, как в тире. Знаешь, кстати, я тебе хочу сказать то, что это очень здорово. На самом деле, вот такой стиль, это вот взятый Black или какой-нибудь Dead, ну, больше Black, да, такое, что-то оккультное, это всегда Black. И делает это по типу моноты, да, то есть я такого не помню, каких начала 2000-х годов, да, приходилось слушать только вот Black Metal, типа Cradle of Filth, Begemot, Dimmu Borgir, Диму Боргер, да, Бурзум кто-то даже помнит, да, вот они, кстати, эту группу использовали, название этой группы в какой-то своей песне, я не помню. Ну, короче, много этих групп, очень классных, очень творческих, а сейчас как бы эта вся блэк-волна возрождается вот в этой модноте, и это находит больше выклику общества, да, то есть как бы на большую аудиторию это здорово, то есть больше людей будет охвачено, больше людей узнает, что есть такие классные ребята, как Велиос Квотта, что они про дробовик, и то что выпустят мозги, кстати, если ты знаешь, что я люблю Resident Evil, и дробовик, он сильнее, чем пистолет. Потому что пистолет — это как пуколка, ты бегаешь, стреляешь в этих зомби, они встают, ты выпустишь в них весь свой магазин. Все пули. Это я себе Resident Evil 2 ремейк. А дробовик просто и все, и красота, и бежишь дальше. А мы смотрим дальше. Лишним детокс, ее голос меня
усыпит как наркоз. Пока мало успел, чтоб словить передоз. Прихожу в адекват, в гуще русых волос. Это еще любовная история, ты знаешь. Я так больше не могу, дай мне дробовик. В пекло гнилый мир, нету больше сил. Я так больше не могу, дай мне дробовик. В эту же минуту выпущу мозги. Я так больше не могу, дай мне дробовик. Как тебе покажется? На самом деле это... Резидент Ивовская песня. Биохазардская. Интересные ребята. Ага, окей, у меня стрельните. Я понял. Замечательно, чудесно. Давай куда-нибудь тыкнем с тобой. Посмотрим на замечательный кадр какой-нибудь. Вот, кадр прекрасный. Кадры прекрасные, зомби. Самое важное, что мы посмотрели клип «Дробовик», который, как мне говорили, как мне рассказывали, может, не рассказывали, не так самый популярный на их канале, самый интересный, самый мощный, песня классная. А может быть, ты знаешь что-то еще лучше, пиши мне в комментах. Пиши мне в комментах, что ты считаешь лучше, круче, популярнее, интереснее, романтичнее и так далее. Тут есть зомби, тут лиричная такая с нотками суицида или убийства песня. Текст понятен. Матюки, куда же без них? Да, это очень важно сейчас. И замечательно, все, окей. Если тебе понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом клипе, понравился ли он тебе. Любишь ли ты зомби и дробовики? И до новых встреч, пока-пока.